Представляем вашему вниманию винтовой гиротерный раствор и насос серии Euronics 405-500. Предназначен для, напомню, подачи смеси легких бетонов, таких как полистирол-бетон, пенобетон, на высоту до 30-35 метров и на дальность подачи до 200 метров. Растворный насос серии Euronics состоит из приемного бункера, винтовой гиротерной пары и мотор-редуктора. Преимуществом данного винтового гиротерного раствора насоса является установленный мотор-редуктор производства Италия и гиротерная пара немецкого производства. Контроль за работой гиротерного раствора насоса производится со шкафа управления.